И снова бонжорно, друзья! Сегодня мы приготовим картофельные ньокки. Этот рецепт быстр, прост и просто великолепен. Ньокки можно приготовить лишь из муки и яиц, но картофель придает им пышную легкую структуру. Прежде чем мы начнем, поставьте лайк и напишите в комментарии, какие рецепты хотите видеть здесь больше. Мы берем вареный картофель, отлично подойдет и запеченный. Теперь давим его. Теперь хорошая ложка сливочного сыра. Приправим смесь солью и перцем. Важно это сделать сейчас, иначе смесь получится пресной и безвкусной. Мука прям поверх сыра. Просейте ее, чтобы не было комков. Одно яйцо, я его слегка взобью. Вливаем его в углубление и перемешиваем. Добавляем тимьян, припорошили немного мукой и замешиваем наше картофельное тесто. Тесто должно получиться мягким и приятным. И помните, чем меньше мы его замешиваем, тем воздушнее оно будет. Так. Если еще прилипает к рукам, посыпьте немного мукой и замешиваем. Разрезаем на две части. И раскатываем такую длинную волыну или что-то похожее на сигару. Тесто немного увлажнится, но мы больше не будем добавлять муки. Так, нарезаем его небольшими кусочками, чтобы к ножу не липло. Присыпем немного нож мукой. Режем на небольшие кусочки. Макаем палец в муку и немножко надавливаем. Делаем такие небольшие подушечки. Разная форма делает их более домашними, не похожими на конвейерную работу.
Они такие становятся маленькие, миленькие подушечки. Отправляем ньокки в кипящую воду. Встряхиваем кастрюлю, чтобы они не прилипли ко дну. Так. И пока разогреваем сковороду. Наливаем растительное масло. Разогреваем хорошо сковороду. Ждем, пока наши ньокки всплывут. Варим их на среднем огне. Не накрываем крышкой. Ньокки всплыли. Вылавливаем их, так, сцеживаем воду и выкидываем на раскаленную сковороду. Так, еще. У нас получился такой сексуальный золотистый цвет. Ньокки любят свежий перец, приправим их еще разок. Разочек. Вот. Высыпаем горошек. И сливочное масло. Оно придаст немножко ореховый вкус. У нас получилась золотистая корочка, но внутри они остались мягкие. Так, мы сняли с огня, добавляем цедру лимона и натертый твердый сыр. Самая приятная часть этого видео – дегустация. Что у нас получилось? Какие вкусненькие. У них немного хрустящая корочка, но они мягкие внутри. Просто офигенно нежная. Просто пушечка. Прелесть хорошей кухни не сложно, недорого и абсолютно восхитительно. Итоги. У нас получились очень нежные, пряные ньокки. Просто офигенно. С нотками тимьяна. Очень вкусно, очень мягенькие внутри. И с небольшой корочкой снаружи. Просто офигенно.
хорошее пряное тесто. Итак, друзья, Настя хочет все съесть, поэтому нам пора закругляться. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, отправляйте это видео маме. Пока!